Нравится детская площадка? Да! Ну, это хорошо. Будете играть на ней? Да! Молодцы! Так весело встречала ребятня открытие детской площадки в городе Белоозерске. Для этой части района губернаторский игровой комплекс первый. Сегодня торжественно открываем новую детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Эта площадка действительно самая современная. У нее травмобезопасное покрытие. Она имеет несколько игровых элементов, это тоже очень важно. Имеется контейнерная площадка современная, освещение, даже элементы воркаута для того, чтобы заниматься спортом. Такая площадка здесь первая, но глава городского округа отметил, что, скорее всего, не последняя. Причем она не была запланирована и появилась здесь, на улице Российской, как дополнительная. В первую очередь мне хотелось бы выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву за эту площадку и Артуру Викторовичу Болотникову, потому что именно благодаря его поддержке, его активному участию мы сегодня имеем эту прекрасную площадку. Как он уже отметил, это дополнительная площадка, которую выделил губернатор. Он выделил конкретно на наш поселок и, опять же, при самой активном участии Артура Викторовича. И мы очень надеемся, что действительно это будет первое наше такое начинание, и дальше эти площадки будут открываться вновь. И вот торжественный момент. Для местных жителей и детворы это, конечно же, большая радость. Как вам площадка? Нужна была такая? Очень нужна. У нас мало площадок хороших, поэтому это нам очень нужно было. Большое спасибо. А вы здесь? Рядом с этим? Вот с этого. Рядышком. А раньше где гуляли? Ну, где придется. А теперь только здесь. Губернаторская площадка гораздо больше стандартной, но также оснащена по самому последнему слову. Главное, что все довольны. И взрослые, и дети. Площадка! Денис Нитков, Евгений Стародубов, новости Искровект.